Привет, интернет, с вами Андрей Засалий. Сегодня немножко апдейтов из мира. Новости немножко старые, ну, в принципе, может быть, некоторые из вас не слышали. Появился лик из государственной компании, та, которая создала интернет, вот, чтобы не палиться перед YouTube'ом. И, как оказалось, доктор Фауст наш в свое время просил выпустить Баранофикус в США, но эта компания отказалась, потому что большие риски были. Вот. Ну и после этого он решил все-таки это дело перенести в Китай. Ну а дальше вы уже знаете, что случилось. Ну, в принципе, я об этом говорил какое-то время назад. Ну и после этого меня забанили там. Вот. Дальше еще новость у нас. Появилась статистика из insurance компаний, то есть страховок по поводу смертей в США. И согласно им, смерти благодаря сиропчику у нас повысились на 40%. Для справки, грубо говоря, если у вас было 100 тысяч смертей в год, то стало 140. Вот, то есть вот такая вот небольшая статистика. Вот, причем они говорят, это не от Баранофикуса, а именно от побочек после F, M и так далее. Вот. Ну и сейчас все больше общаюсь с различными людьми, и практически все они рассказывают сейчас, что либо они, либо их знакомые, либо коллеги переболели, либо болеют сейчас Баранофикусом. И все они, естественно, приняли данный шмурдяк. Вот. Ну и, естественно, все они рвутся еще получить бустер, потому как заканчивается срок действия у некоторых через пару недель, у некоторых через пару месяцев. Вот. И ну, все хотят все еще. Вот. Так что вот так вот, такие новости. Если понравилось, пока-пока.